Самый нестандартный тюнинг Гелендвагена в стиле Rolls-Royce. На этот раз в Мэнсере превзошли себя, тюнинг получился особо ярким и неординарным. Mercedes G-Class Grand Entree P850 от Мэнсы. Всего выпустят только 10 таких авто. Его задние двери открываются против движения, как в Rolls-Royce, Cullinan и Phantom, и это его изюминка. Они получили электропривод, а также вдобавок установлены выдвижные подножки. Гелендваген получил традиционные атрибуты Мэнсы – 24-дюймовые диски, карбоновый обвес, капот и спойлер. В отделке салона сочетаются дорогая стеганая кожа и карбон. Интересная деталь – кнопку запуска двигателя перенесли на потолок. За основу взят 4-литровый V8 Twin Turbo с мощностью 850 лошадиных сил и 1000 ньютон-метров. Внедорожник делает 0-100 за 3,5 секунды, а максимальная скорость 250 км в час. Расход топлива составляет 13,6 литров на 100 км пути в смешанном цикле.